Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу фермер 3М. 3 на 5 будет. Все разгрузили, грядки будут. Торцы, арка, нарезка, полик. Все, приступаем. Продолжаем монтаж теплицы фермер 3М. Собрали каркас, обшили торцы, закрепили к основанию, выставили плоскость, диагональ. Все, сейчас обшиваем, перекрываем промуги, форточки, двери, подвязки, грядки и все такое. Продолжаем. Ряд, дополнительный ряд прогонов еще поставили. Закончили монтаж теплицы. Теплица фермер 3М. Конструкция свалена с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, в торцах дверях 20 на 40, полимерно-поршневковым способом окрас, коричневый цвет, цвет шоколад. Значит, габариты теплицы 3 метра в ширину, в длину 5 метров. Шагом метра можно сделать любую конструкцию, любой длины. Сотовый поликарбонат, 4 мм толщина, 0,8 плотности. Сотый поликарбонат защищены перфолентой торцевым профилем везде. На торцах увлажнительная резинка. Козырек отлив. Этот торец, значит, дверь с форточкой. Форточку отдельно открывать. Можно вместе с дверью. Потом крючок. Дальний торец — форточка просто торцевая. Значит, она стоит на термоприводах. В автоматическом проветривании также коньковая фрамуга. Тоже на термоприводах. Автоматическая укосина для жесткости конструкции. Грядки 3 штуки толщиной, шириной у меня 600 по бокам, 800 по центру. 4 нитки системы подвязки. Все классно, четко, мощно. Фермер, двойная арка. Фундамент теплицы брус 100 на 100, пропитан антисептиком. И якоря стоят 6 штук. Снаружи, так и внутри грядкам мешаются. Все классно, четко, красиво. Такая красота. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока.